1 декабря нотариусы нашей страны провели бесплатную консультацию граждан. Республиканская благотворительная акция приурочена ко Дню юриста, который празднуется в первое воскресенье декабря. Сегодня юридическую помощь оказывали и нотариусы Брестского нотариального округа. Приближается очень важный день для всех юристов нашей страны. Это День юриста, праздник, который мы уже неоднократно отмечаем всем юридическим сообществом нашей страны. И, конечно же, в этот праздник подарок, который мы можем подарить нашим гражданам, это оказание юридической помощи. У нас проходит акция по бесплатному консультированию в нашей нотариальной палате. И юристы различных профессий и различных отраслей юридических консультируют граждан по всем вопросам, которые у них возникают. Акция прошла в здании Брестской областной нотариальной палаты, где специалистами Главного управления юстиции Брестского облсполкома, отдела ЗАГС, Брестского городского исполнительного комитета, Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения, нотариусами и адвокатами были даны бесплатные консультации. Цель подобных мероприятий – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. В течение 2 часов граждане, обратившись лично к специалистам, смогли получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию специалиста, в том числе по удостоверению соглашения о детях и брачных договоров, оформлению наследственных прав, составлению завещания, отчуждения недвижимости. С вопросом по поводу фамилии. Дело в том, что несколько лет назад изменились транскрипции, закон транскрипции, и получается буква Е и Ё теперь стали разными буквами. У меня фамилия Пугачева. Вот. Но поскольку в советские времена не придавали этому значения, значит, соответственно, в свидетельстве рождения у меня стоит буква Е. И моя фамилия не совпадает с фамилией моего сына, с фамилией мамы, потому что у нас у всех разные получаются фамилии. И в связи с этим вот возникает много вопросов, вступления в права наследства, и у ребенка, там, и у меня, и другие разные моменты. Поэтому я уточняла, как сделать так, чтобы вообще эту ситуацию упорядочить.